Всем привет! Сегодня будет такое видео, может кому-то интересно. Повезем, в общем, на Мерседесе на нашем негабаритный груз. А именно повезем вот этот гидроколон. Повезем его за 150 километров. В общем, хочу поменять там на один агрегат. В общем, смотрите дальше, увидите, на что. Сейчас будем грузить. Здесь, видишь, яма, блядь. Надо что-то сюда или камней бросить, или что. Так, открываем дверку вторую. Сейчас мы здесь заложим и будем загонять как-то. Наверное, не пройдет, что-то мне кажется. А мы же мерили его. Что, проходит? Туда достань, блядь, Юра. Да. Да, блядь, уши. Надо его как-то выровнять. Блядь, то ли нет, горы еще хуже будет. Блин. Еще с наклоном, видишь, с таким, блядь, нехорошим. Так, что ж придумать. Нет, с разворота у нас, наверное, не по... Да хотя нет, он сейчас вот этим колесом ляжет немножко. Блядь, он тут сильно, видишь, получается. Давай носи лопату, сейчас вон там бугор срежем. Как бы дорогу ему сделаем, а здесь засыпем, понял? Ну там не заденет тот, кто? Заденет! Заденет!
заденешь? Да. Все равно здесь надо заезд сделать под него, да? Задень. Так, а вот так он сейчас нормально стоит, прямо? Да, прям ровно. Можешь его отцепить? Маленько боком встал, не проходит у нас. Сейчас колесо вот это спустим. Чтоб отпустили тоже немножко. И попробуем проехать. Тут еще, блин, штырь этот торчит от запаски. Его, наверное, надо откручивать эту трубу. Так, решили мы вот таким макаром его затащить. Не будем мы судьбу испытывать, толкать трактор. Мы сейчас на домкрате подымем и спокойненько через эти крылья перевезем, да, Андрей? Так вот. У нас этот бок тяжелее будет. Будет сейчас. Сейчас это домкрат подтягиваем маленько. А я буду там приподниму. Маленько подкатим. Миша, ты поснимай. Что, подъехал? До крыльев наехал? Нет. Тяни домкрат. Тяну. Ну что, едет он, нет? Нет. Вообще не сдвинулся? Нет. Подними еще маленько. Еще на бок его сейчас наваливать. Так, сейчас надо как-то, наверное, это вам там поднимать, скорее всего, придется. Здесь, здесь. Так, подожди, Жанька. Сейчас. Снимай, подожди. Едет он нормально, кого-то. Да. Ух, а? Ух, нихуя, ух, нихуя. А чё он такой? А чё, а я как держал его, блин. Ты думаешь, он легкий? Не, ты иди сейчас здесь будешь, только тяни вот за эту сторону, где мотор, видишь, надо приподнимать. Потому что он перевешивает на один бок. А я там буду. Он домкрат херово тянется. Сейчас попробуем, а если что не будет получаться, Мишка будет домкрат еще подтягивать. Нам надо сейчас его на крыль затащить. Миша, домкрат-то больше не поднимает, все. Это херово.
думала, это колесо стащится туда. Давай вдвоем попробуем. Не, хера. Так, а тут лебедку есть за что зацепить? Оторвет эти корыта, нет? Оторвет. Да не каркает, оторвет. Надо, походу, лебедку цеплять. Так, ладно, выключай, сейчас подумаю. Что, нам еще есть место? Да. Я опущу его сейчас на кран. Манду эти лебедки все нахрен. Мозгопарил. Да, ну, Сенька? Угу. Вот, трактор сила. Сейчас мы его выровняем здесь потом. И все. Че, он ехал на домкрате, нормально? Угу, ехал. Ну, сейчас сам заедет. Он уебался вот так. Так, Мишенька. Че? Ты отходишь? Вот и все. Ха-ха. Он дома. Отключай. Делов-то. Пока там Андреянин нас ходит. Мозги парят где-то. Мы уже завезли его. Его чуть-чуть бы на бок пододвинуть туда. Наверное, не пододвинем его, да? Да, в принципе, и фиг с ним. Пусть он так стоит. Дверка лишь бы закрылась. Место есть. О, все. Ну все, крепим его. Плохо он так и пригрузился. Рессора там. Засними. В Казахстан я ехал меньше, он был нагружен. Кардан вообще прямой стал. Крестовина. Но это даже хорошо, нагрузки меньше. Все, ну-ка там. Че, покажи. Привязали тут, дверки привязали. Знаков навязали. Надо было вот этот сюда получше привязать, чтобы лучше было видно. Перевяжи вот эти, а то этот хорошо видно, а этот плохо. Понял? Ну там все растяжки. Туда-сюда он как бы ни вперед, ни назад не покатится. Влево-вправо он особо не будет качаться. Колеса еще спустили на нем. Нормалек. В общем, тут в полу он положили. Вот он. Колеса нормально пройдет. Все. Сейчас переодеваемся и поперли. Все, поперли. 150 км нам ехать. Обнулим спидометр. Погрузился не так. Сейчас все заправится.
дальше новое. Thank you.
эта железяка переворачивает. В принципе, нормально. Ладно, едем дальше.
одно место. На экзит с запчастями надо забрать. Если вам дадут ее, я уже месяц назад ее заказал, она пришла уже на 1-3 назад. Вверх заехали, вот нам сейчас надо на стрелку. О, мультикар, смотри, там поехал. На спортивную улицу вот там надо. Налево как раз. Мы сейчас не успеем, он уже, видишь. Все, сейчас стрелка потухнет.
почему-то я такую и делал. Сюда масло, да, заливается? Сюда масло для смазки цепи. Так. Ну что, нормально она пилит? Хорошо. А ты говорил, плохо пилит. Это, блин, еще вяленая привычка. Ну, по сырой, наверное, вообще хорошо, да? По сырому вообще и сухостой херач. Вот, иди сюда. Смотри, попилил, заглушил, вот краник. Здесь стоял от шестерки бачок. Она у меня зимой упала, разбилась. Крюк отцепился. Подожди, подожди. Давай. Надо что-то подпихнуть, он сейчас ёбнется, он вывернет бочину. Я вижу. Может, чурка? Вот большая чурка. Вот это вот еще. Маленько отъедь сюда. Чуть-чуть отъедь назад. Доехала наша пилорама, все в порядке, сейчас выгружаем, вон туда мы ее занесем сейчас, устанавливать пока не знаю, куда будем, как говорится, все, уехал у нас дровокол, теперь у нас дровокола нету, есть у нас теперь пилорама, так что про дровокол видео мы закончим, про наш ГКС там 01 дизель электрический,
Теперь будет новый плейлист Пилорама. Забыл, как она называется, шинная. Ну, потом напишу. Ну, а пока на этом, говорится, всем спасибо за внимание, кто смотрел это длинное видео. Заходите на драйв, оценивайте, комментируйте. И до новых встреч. Всем до свидания.